Всем привет, меня зовут Галина, и сегодня мы с вами будем делать упражнение 6-3-3-6. Это упражнение очень легкое, думаю, мы с вами быстренько справимся. Открываем наши инструкции, вот она. Я вам предлагаю перечитать, чтобы вы понимали, что мы будем делать, а я сразу же приступаю к ее выполнению. Давайте сначала настроим S1. Командная строка, enable, Ctrl-Shift-6. О, работает. Enable, conf t. Далее, что нужно сделать, это активировать виланы. Первый вилан это 30. Вилан 30. И вилан 10. Вилан 10. Готово. Давайте я открою инструкцию, чтобы мы увидели, что мы делаем все правильно. У нас уже 10 баллов из 60. Дальше. Нужно настроить интерфейсы. Для этого возвращаемся в предыдущий режим. Интерфейс у нас будет Fast Ethernet 0/6. Switchport Mode Access. Switchport Access VLAN 30. Готово. На Fast Ethernet 0.11 нам нужно настроить VLAN 10. 0.11, switchport mode access, switchport access VLAN 10, готово. И последнее это интерфейс G01, он будет транковый. G0/1, switchport mode trunk, готово. End, чтобы вернуться. Ой. End, чтобы вернуться. И давайте сохраним все настройки с помощью команды write. Готово. Мы настроили наш S1. У нас остался только R1, командная строка, enable. Ой, опять мазаю. Ctrl-Shift-6, если у вас бывают такие ситуации. Здесь нам нужно также enable, conf t. Далее интерфейс. У нас будет G0/0.10. Готово. Настраиваем инкапсуляцию. Encapsulation 10. Готово. IP-адрес у нас табличный. 172.17.10.10.1. 255, 255, 255, 0. Exit. Возвращаемся в предыдущий режим. Интерфейс последний это G0/0.30. Здесь у нас будет инкапсуляция в конце 30. Вот так вот. IP-адрес у нас похожий с предыдущим, но здесь нужно поменять одну цифру. Вот так. Exit. И вот теперь точно последний. Интерфейс у нас G0/0. Ее нужно просто активировать. Ну, шатдаун. Давайте откроем наше задание. У нас 60 баллов из 60. Я веду команду end. И запишу наши настройки. Готово. Чтобы удостовериться, что у нас все окей, нажимаем кнопочку Fast Forward, и наши все индикаторы становятся зеленым. При желании вы можете нажать кнопку Check Results, посмотреть, настроены ли все правильно. А на этом все. Всем пока!